Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение игры Silence. Безмолвный мир, часть вторая. Итак, мы все-таки оторвались от группы, отсоединились. Давайте позырим, что здесь есть. И мы, насколько я понимаю, одни у нас нет. Из этого затвора получилось бы... Чего получилось бы? Приличная перекладина. Угу. И наша капля куда-то делась, и она, видимо... Леон остался там, где-то позади. Ну, ничего. Барельеф. Так, что еще у нас здесь? У нас здесь очень много всего. Колонна, по которой можно залезть, да? Не залазит. Ясно. Нужно в отверстие вставить вот эти вот штуки. Или нет? Нет. Тяжелый ящик. Но он стоит за решеткой, насколько я понимаю. О, да ладно. Приколюха. Приколюха. Очень интересно. Так, а здесь... Ну, иди сюда, иди. Вот первая перекладина. Ну давай, давай, давай. В смысле? Надо снизу вот так брать. Ага, отлично. Чендарбинс. Да, ой, цветочек. Да ты что? Это, интересно, ядовитая фигня. Ничего себе, какой громадный цветок. И здесь куча пыльцы, на которую у меня наверняка аллергия. Только не вдыхай, только не вдыхай. О, приятно пахнет. Потрясающий аромат. Это кто-то пукнул. Воу, ё-моё, вот это жопа. Это что такое? Змея! Почему это змея? Потому что это безмолвный мир. Теперь найди еще двух змей. Нам потребуются все три. Эй, кто здесь? Нет, никого. Это все в моем воображении, только и всего. Круто. Ух ты, у нас гитара есть. Понятно, загадка на загадке, да? Так, хорошо, у нас есть одна перекладина, которая... Я примерно понимаю, как выглядит. Так, цепь, по которой мы, в принципе, наверное, можем спуститься, да? Она удерживает люстру. Ну? Люстру удерживает. Так, вниз спускаемся. Так, окно. Мы не будем в окно смотреть. Забавно, каким теплым бывает воображаемый свет. Забавно только, что я был в темном бункере под толщей снега, а теперь греюсь в лучах солнца в осеннем лесу. Эх, да. Вниз. Пойдемте вниз. Насколько я понимаю, там пока нам лазить не надо. Ну да. А, это так, прям вот так, да? А, затвор. Затвор фиксирует люстру. Но мне нет до этого дела, мне нужна только перекладина. Ну давай, только главное нам... Воу! Опять, да? Опять змея будет. Потрясающе. Ну да, я же говорю. То есть каждый раз, выделяя пыльцу и вдыхая, мы, получается, вызываем каким-то образом змейку. Ого! Балалайка еще нужна. Так, и еще нам нужно один раз вызвать змею. Что-то, мне кажется, уже экран цветет. Так, а, подожди, это два цветка. А вот еще... Неплохо бы его полить. Маленькая щель. Ну-ка, я смогу пролезть там? Это отверстие ничуть не больше. Выйти наружу, да? Так, а здесь, получается, я... Ну да, мне нужно полить, и я думаю, это надо сделать там.
То есть взять водичку где-нибудь там. А наша капля где-то лазит или ждет меня в лагере сидеть вместе с сестрой. Поэтому особо на них надеяться не надо. Так, маленькая щель в стене. Нам не интересно. Руины. Труба с головой змеи. Возможно, наверху это и есть третья змея. Оттуда вода капает, кстати. Оттуда капает вода. Раздвижные ворота. Тут понятно. Подсолнух, сторожевой пес. Может быть, его надо подставить куда-нибудь? Может быть, это еще шифрованное послание от Вермс, которое никто не может разобрать? Ну да, но не особо это. Здесь тут только змея. И он его не может достать, потому что она высоко. Это я уже читал. Да ну хорош. В лагерь, да? Так. Ну, пойдем в лагерь сходим, раз уж. Это дорога в лагерь. Ну? Ну, так иди. Надо выход найти. Значит, лагерь нам не вариант, да, возвращаться? О, старый колодец, смотри, что. Я даже сначала не заметил. О, если бы только не эта проклятая дыра. Какая дыра? А вот затворка. Как-то все тут так сделано. Подходит идеально. И что я сделал? Собаку туда поставить? Надеюсь, доска выдержит. Ну да, он такой по виду прям тяжеленький. Давай, залазь прям на собаку. Почти как в цирке. Ой! Я даже, да ну ладно прям так, я даже не заметил, что он падает. Охренеть, мгновенно прям. Не-не-не, залазь, дружок. Чем будем с тобой... Сиди смирно, мистер, чего-то там. Так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нормально-нормально-нормально-нормально-нормально-нормально-нормально. Нормалек-нормалек. Отлично, прыгай. Вот. Водичка, набирай воду в змею. О. Глубокий вдох. Черт, только не это. Я попал в окно. Ура, я умею бросать. Красавчик. Все, пошли. Ну, давай, подымай. Да, вот сюда. Ага. Ну и заходи. Заходи, заходи, заходи. Заходи, дабы. Давай, давай, давай. Собака поливается водой. Три змеи, изображающие музыкальные инструменты. Это реально... Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Тут настолько сладкий, наверное, вкусный запах, что он опьянел. Ну да, привет, привет. Так, отлично, идем. Идем посмотрим. Свирель, лютня, треугольник. Ну и ну, эти люди умели отрываться. Так, что нам сделать надо, треугольник? Давай попробуем с лютни. Что это? Как понимать, что здесь делать? Он увеличивается, да? Да, он увеличивается. Каждый инструмент увеличивается. Пропустить. Пропустить мини-игру? Нет. А что здесь надо сделать? Отступить?
Так, ну у меня получается есть что-то, что может помочь залезть, да? Подожди, ну у меня же есть эти штуки. Вставляй их. Ну, дружок. Ну ведь ты на самом деле клоун. Кто здесь? Кто это сказал? Твои мысли, друг мой. Ладно, давайте попробуем проиграть в эту мини-игру. Свирель, лютня, треугольник. Что здесь надо делать? Ой, что-то я получилось у меня. Каким-то образом я все это сделал. Обалдеть. И чё? А, змеи у меня уснули, типа того, да? И чё это? А, вон оно чё. Они окаменели, да ладно. А я же брал какую-то хрень, там у меня две палки какие-то. Вот это да. Вот это поворот. Вообще совершенно не то, о чем я подумал. Полезли. Пока музыкальные инструменты... Та-дам! Великолепно. Кувшины вот эти вот прикольные. Я не знаю, с чем это связано. Дверь, окно, окно. Окно. Посмотри в окно. И посмотри, увидишь ты красную землю, которую нарисовали красиво горы. Там дальше путь на самую высокую гору. Если не ошибаюсь, это то самое место. Подпадать уже некуда. Отступить и открыть дверь, которую мы нашли. Открою немного пошире. О нет, то есть лучше закрою. Хорошо, закрывай дверь. Нам там нечего делать, пошли. Получается, мы уже прошли после лагеря две комнатки. Это будет сейчас третья комнатка, в которой, в принципе, может быть что-то посложнее, чем здесь. Здесь как-то все простенько было. Боже, моя голова. Черт, откуда-то похмелье. Что это значит? Ого. Что было в том послании? От лагеря мимо кратера. Но Янус должен быть рядом. Так, лагерь и кратер. Так, фонтан лавы. У нас есть вулканический кратер. Есть, я вряд ли. Так, пузыри. Ну-ка, пузырь. Ох, теть твою мать. Жук, хорошо. Интересно, почему земля так разверглась? Фонтан лавы. Ой, осторожно, горячо. Выйти из кратера. Ну, здесь вроде как... Ну, пузырь и пузырь. А что тут еще такого? Крокодил какой-то, да? В руины нам не надо. Пузырь. Ну да, пошли. Выйти из кратера. Нету здесь вроде ничего такого. Ой-о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 й. Тихо. Как это? Подожди. Как сюда спрятаться? Куда спрятаться-то? Тут нету нигде спрятаться, только отправиться в путь. Нет, ни за что. Так, а что это такое, отправиться в путь? Ну ладно, и все. Обалдеть, вы чё? Он стоит и меня караулит, да? Тут пора уходить. Тут реально некуда больше идти. Очень интересно. Проклятие, Ренни! Что-то не так! Мне нужно вернуться. О, там какой-то огонь улетел, видели? Но? Так,
Играем за девочку опять, да? Сэм. Сэм? Сэм спит. Давай посмотрим, что в сундуке есть. Ой, королевский сундук с сокровищами. И я королева? Давай аккуратно, пошу, что ты по огню-то ходишь, ты королева. Ага, открывается. Молодцом, молодцом. Да, и что там есть? Что в сундуке-то? Надеюсь, там какой-нибудь меч или пушка. О, похоже на шапку Седвика. Покажу Ноа, когда он вернется. Ноа классный, и Седвик еще лучше. Угу, шапка есть, но в ней намек. Добрым молодцем статуя младенца. Жаль, что нет статуи королевы. Интересно узнать, как она выглядит. Ну, пошли... Так, к виновому дереву мне зачем? Вы что? Пошли вверх в гору. Кира? Куда все подевались? Ага, она одна не идет, да, получается? Спите спокойно, мои верные подданные. Когда проснешься, будет яичница с беконом. Понятно, он спит. А, Капль, привет. Капль? Тише, моя зеленая крошка. Капль спит, и он не функционирует. Я и управляет им только, наверное, Ноа. Хорошо. Очень интересно. Сэм спит послание. Я бы не разобрал эти каракули, даже если бы умела читать. Слушай. Иди сюда. Ноа? Are you there? Так, ну туда она тоже не идет. Туда не идет, сюда не идет. Значит, что-то есть здесь. Сэм. Он спит. Спит, как собака. Бешеная. Статуя младенца. Я клацал сундук. Тут никакой кнопочки подсветки задач нет, да, получается? Мы здесь все должны вручную проклацывать. Так, Веру в гору оно не идет. Капель у нас не... Он никак. Он только хихикает и все. Что еще в сундуке есть? Только одна шапка. И то она для Ноа. Музыкальная шкатулка, как здорово. Все-таки еще что-то есть. Ну кто знал, что еще надо раз туда залезть? Вот даете. Не время для игр? Стащить? В смысле стащить? Ага. Ну играет и играет. И чего? И что такого? Сейчас остановится и что-то будет. Ну-ка. Тише, Каплик, я тебе не дам обиду. Ну, сыграла она. И что еще? Да, особо тут ничего такого нет. Ну-ка пошли еще раз в сундук заглянем. Заглянем. О, значит, ракетницу они спрятали в самом низу. Не похоже на настоящий пистолет. Интересно, она вообще стреляет? О! Я нажал практически совершенно случайно, честное слово. Я не хотел целиться в это. Но выстрелил. Что случилось? Ничего, сложная тревога. Она сама выстрелила. Рейни, ты меня до смерти напугала. Я не хотела. Вы нашли Януса? Нет, но я нашел кратер и его символ с птицей в горных руинах. Значит, ты на верном пути. Идем, свернем в лагерь немедленно. Там еще бы искатель был, нужно избавиться от него. Я знаю как. Можно заманить его в западню. Есть идея получше. Почему бы и нет? Это вариант. Эй, вы меня слышите? Не слышит.
Да плехомуха. Да ты посмотри, как... Искатели, правда, меня не видят, это факт. Они слепые, конечно, они себя не видят. Я говорю, что они меня не замечали, помнишь, Сэм? Конечно, потому что ты маленькая девочка. Да, и мы тебя защитим. Но они меня не слышал. Он меня не слышал. Привлечем его внимание и заманим в лес. Но там приготовим кое-что. Ловушку в яме, прикрытую, конечно же. Прикрытие не нужно, они же слепые, так? Но что, если они учуют ловушку? Никогда играть нужно править. Возможно, не почуют мельчайшие изменения самой материи мира. В смысле? Может быть, сеть? А если он прогрызет ее? Слушайте. Ну, я предлагаю... Ой, господи. Идем, Капли, освободим Януса. Они пока болтают. Мы сейчас все сделаем, получается. Вот мелко дает стране угля. Тут же уже тепло. Чего ты в шапке-то ходишь? Оу, запах, да, цветов тоже пьянит, дурманит. А ты вообще у нас лижешь и дышишь всем, чем только можно. Ага. Грибочек, а почему тебе захотелось расти именно здесь? Прости, но ты мне мешаешь. Хорошо. Капель. Капель, капель, капель. Вот сюда. Это, думаешь, это тебе понравится? Оказалось. Он грибы жрет. Так я и думала. Пралась. Нифига себе, это капель жрет грибы. Он же какой-то резиновый чувак. Должно быть хорошо быть очень маленьким. Так, аж так шкатулка осталась в лагере. У нас только капель есть, да, и все. Так, ну здесь безопасно. А-а-а, теперь они движутся. Ты смотри. О, каплик, бедняжка. Чё это он? Тебе нужен свежий воздух. Ну, ладно, теперь ты одна получается вообще. Обалдеть. Ну, залазь. Но об этом я не рассказывал. Бедные змейки. Мы вам поможем, когда бутоны закроются, тогда капель не будет чихать. Подожди, опять нужно задействовать эту фигню? Все кланяйтесь королеве Банджо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда я стану певицей? О, я знаю, что это. Кажется, труба сломалась. Какой странный звук. Он не настроен. Ну, хорошьте. Подожди здесь, если что, я позову, да? Так, змеи все еще нам не дают. А ну-ка, пошли под тяжелый ящик. Почему ящик, если это решетка? Ну-ка. Эти врата открыть только могучий рыцарь может. Или капель. Ну-ка, капель. Я уж не знаю, иди сюда. Я говорю, сюда иди. О, красавелла. Спасибо. Ты прям молодец. Пошли. Пойдем, каплик. Проползем здесь. Я так понимаю, надо как-то сверху можно обойти. Никак сверху нельзя обойти.
Так, капель. Цепь. У капли... А, цепь, подожди. Смотри, капель, я лечу. Оп! Тихо. Головокружение. И... Вот так. А мы убрали два цветка. Все получилось! Ура! Слушайте, ага. Вот. Так, а змеи ожили, что ли? Да ладно. Мне очень вас жаль. Так, погоди, я что-то не понял. Так они оживут же. Что за большой бутон? Ну, пошли к барельефу. Ну да, две. Одна лютня. Странно только, что можно было на них играть. Флита. Эй, почему мне нельзя это трогать? Понятно. Большой бутон. Еще одно пыльцевое чудище. Задержу дыхание, ладно, капель. В смысле, ладно. Мне туда не залезть. Да ну что же жаль-то, господи, капель. Большой бутон. Не подходи слишком близко. Ага. Так, он туда и тоже не может, да, залезть, получается. К барельефу он не может. К цветкам он не может подлазить, да, получается так. Колонна. А если дыхание задержать? И... Нет. Нет. Да ёпарасота. К барельефу тоже? Нет? Нет. Очень интересно. Так. Получается... Что получается? Большой бутон, но мне он... Мне он... Зачем этот большой бутон-то? У меня есть одна лютня. И что мне на ней сделать? Странно, то ли что на них можно было играть только что. Но теперь да, она на них не играет. И у меня совершенно нету здесь никаких действий. Назад мне тоже смысла нет возвращаться. Может быть наверх опять? Но там окно. А, нет, стоп. Погоди, этот цветок, это надо окно закрыть, наверное, мне кажется. Ну-ка, пошли. Так, но змеи... Подожди, змеи, они ж останутся живые, и как я залезу по ним? Ребятишки, вы чё, с ума сошли, что ли? Иди сюда, иди к окну. К окну иди, говорю. Цветам нужен свет, значит, мне нужны занавески. Твою мать. Где я тебе занавеску сейчас возьму? Подождите. Занавески за... А, ну вот. Капель. Сюда иди. Вот так. Растягивайся. Растягивайся. Прости, капель, я быстро. Давай. Хлобысь. Великолепно. Так, все, спи, цветок. А ты, змея, дай мне залезть наверх. Вот, они превратились в железки. Да? Да? Подождите. Иди. Ну, капель пускай висит, что он там. Я думаю, мне сейчас надо залезть, а только потом его позвать, и он перепрыгнет поверху. Вот и все, любовь. Пошли. Пам-пам-парабам-пам-пам-пам. Куда же делись змейки? Теперь в двери ведут перекладины. Странно. Спасибо, мои дорогие змейки. Ух ты, какая, блин, сильная девочка-то. Так, капля. Головокружение. Давай ко мне. Ну я же говорю, чпунькс и все, для него вообще это не вопрос. Погнали. Пойдем, каплик, мы уходим.
Так, здесь будет, наверное, сейчас что-то интересное. Чего ты хныкаешь? Не боись, прорвемся. О, еще стопы. Я эту фигню не видел, когда был здесь пацаном. Опять он здесь. Каплик, прячься, я позабочусь, что он меня не увидел. Тихо, ты это не успокойся. Разозлить, незаметно проскользнуть. Подожди. Да продавать два незаметно. Тише. Вон там висит какая-то, не знаю, фиговина. А ты, подожди, он не слышит, не видит, он слепой, глухой и тупой. Фу. Ура! Видишь, каплик? Точно. А, его он видит. Твою маму. Тихо. Спрячься там. Короче, понятно. Он девочку не птичий свисток. Не было этого свистулька с картинкой странного муравьеда. Забирай, забирай, забирай. Нет, сломал. Эй! Какая ты, блин, мелкая. Фонтан лавы. Вулканический кратер. Ой, как горячо. Так, нам надо что-то сделать, чтобы он, видимо, за нами пошел, побежал, а мы его опрокинули, да? Пузырь. Okay, ну, ой. Мелкая ржет, так прикольно. Чучело огородное. Давайте его позамучиваем. Сказать искателям. Давайте вежливо попросим. Привет, мистер искатель. А вы что-то ищете? Может, поищите в лаве? Прямо как все взрослые, не замечает меня. Осколок! Найди осколок! Что за осколок такой? Так, ну ясно, он больше ничего не говорит, да? Какой осколок? Фонтан лавы. Ничего себе, какой классный фонтан! Так, а где капля? Твою дивизию. Подождите. Мне нужен капля, но он убежище. Ну ладно, пойдемте дальше. Пускай он здесь сидит. Мне как не интересно. Здесь вроде как, по сути, ничего такого и нет. Чтобы можно было его убить, привлечь, заманить. Видимо, он отсюда пришел. Ральф, кто-то идет. Маленький многоход, настроен дружелюбно. Ральф? Ну, поговори же со мной. Привет, ты один из братьев камней? Я так много о вас слышала. Правда? Я Унга, позади меня Ральф. Но сзади тебя никого нет. Что? Что? Нет? Сам смотри. Ох, нет. Ты права, куда же он делся? Не знаю, но я помогу тебе искать. Но сначала найду старого Януса, ты его не видел? Ты про многохода с белыми волосами, который висел вниз головой под крылатым существом? Его унесли на вершину. О, как же мне забраться на вершину? Пройти через каменные ворота. Ральф должен знать, как их открыть, но он всегда туда смотрит. А ты когда последний раз видел Ральфа? А видел я, в общем, никогда. Он всегда у меня за спиной. Я слышала в последний раз, когда что-то упало с неба, и земля заходила ходуном. А, и что он сказал? Похоже, он упал вниз. Ой, а я думал, что он на меня обиделся. Жди здесь, я разыщу Ральфа. Хорошо. Это уже интересно. Священный жернов. У нас есть
А на плато можно залезть, получается. Священный жернов здесь, священный жернов здесь, священный жернов там. Углубление под жернов. Великолепно. Давайте, ребят, на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Великолепной игры. Меня зовут Дмитрий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Пока-пока.